За какие деревья на участке их владельцам грозит штраф? Не только постройки, но даже деревья и кустарники на личном земельном участке могут стать причиной судебных разбирательств и штрафов для его владельца. Пока давайте авансом поставим лайк этому видео, уверен, будет очень и очень полезно. Поехали! В этом видео разберем, какие правила сейчас установлены в отношении земельных насаждений на земельных участках, принадлежащих собственникам. Первое. Спилены на своем участке деревья. Полагаю, всем известно, что нельзя просто так пилить дерево в лесу, даже если очень нужны дрова. За это сейчас предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до уголовной. Статья 260 Уголовного кодекса. Незаконная вырубка лесных насаждений. Что же касается вырубки деревьев на личном участке земли, выделенном под садоводство и ЖС или ЛПХ, то уголовная ответственность на это однозначно не распространяется. Согласно разъяснениям Верховного суда, номер и дату которого вы видите сейчас на экране. Чего, однако, нельзя сказать по поводу административных штрафов. Дело в том, что в каждом регионе есть определенные правила содержания зеленых насаждений, а также вырубки деревьев и кустарников в пределах территории городских и сельских поселений. Как правило, требуется получать в местной администрации специальное разрешение на вырубку. За нарушение этих правил грозит штраф и взыскание денежной компенсации за ущерб, причиненный зеленым насаждением. Например, согласно правилам города Москвы, уничтожение зеленых насаждений в границах земельного участка, находящегося в частной собственности, допускается на основании выданного разрешения на строительство капитального объекта. Если же такого разрешения не выдалось, а оно сейчас не требуется для ИЖС в частности, то вырубка производится при условии получения порубочного билета. Постановление правительства Москвы, дату и номер которого видите сейчас на экране. За нарушение этих правил в Москве предусмотрен штраф для граждан от 4 до 4,5 тысяч рублей. Статья 4.19 КоАП Москвы. А в Московской области за самовольную вырубку деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, установлен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Статья 6.15 КоАП Московской области. А в Краснодарском же крае действует закон об охране зеленых насаждений, который распространяется в том числе и на личные участки граждан для ИЖС и садоводства, в части особо охраняемых древесных пород, перечень которых официально утвержден законом Краснодарского края, номер и дату которого видите сейчас на экране. Несколько лет назад там было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который спилил на своем участке несколько деревьев, включенных в список особо охраняемых. Дело прекратили только после обращения гражданина в Конституционный суд Российской Федерации. Определение от 2018 года. А на федеральном уровне утвержден перечень пород деревьев и кустарников, которые запрещено вырубать на древесину. Это в частности дуб курчавый, липа максимовича, клен японский, сосна густоцветущая и так далее. Приказ, ФАС, номер и дата у вас сейчас на экране. Поэтому в данный момент нельзя утверждать, что за вырубку деревьев на собственном участке владельцев не могут оштрафовать. Второе. Деревья посажены слишком близко к соседнему участку. Как видно, с одной стороны, за вырубку деревьев может грозить штраф. Но с другой стороны, суд может обязать собственника спилить деревья, которые посажены слишком близко к границе соседнего участка. Поскольку деревья могут затенять большое пространство вокруг себя, для их расположения есть определенные нормативы, согласно правилам для СНТ. Вот они. Минимальное расстояние до границ с соседним участком составляют 3 метра для высокорослых деревьев, 2 метра для среднерослых и 1 метр для кустарников. Четких критериев для разграничения высокорослых и среднерослых деревьев нет, поэтому решение этого вопроса остается на усмотрение суда. Как правило, к высокорослым на практике относятся лесные деревья – береза, дуб, ель и так далее. Для частных домовладений минимальное расстояние до границы участка следующее. 4 метра от стволов высокорослых деревьев, 2 метра от среднерослых деревьев, 1 метр от кустарника. Если деревья затеняет соседний участок, его владелец может обратиться в суд с иском об их спиливании. Но дополнительно нужно будет доказать, что деревья нарушают не только нормативы минимальных расстояний, но и создают препятствия для пользования участком. Прежде всего, дефицит инсоляции. Действующие санитарные нормы по освещенности земельных участков приведены в СанПин, утвержденных постановлением главного санитарного врача, номер и дату которых вы видите сейчас на экране. В судебной практике есть примеры, когда по иску соседей владельцу участка приходилось спиливать высокие деревья. Дело Одинцовского городского суда Московской области. Вот его номер. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Не забудьте на меня подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!